Ребятки, всем привет! Мы приехали в Майкоп. Ну, нам нужно сдать мазок на вирус. Так что без него не пустят в больницу. Многие в комментариях написали: Люба, наверное, надо делать прививку. Нет, врач сказал, что обойдемся без прививки. Просто сделаем мазок. Уже Саня сдал все анализы. Сань, поздоровайся со всеми. Что ты? Всем привет! Уже Саня сдал все последние анализы. Ну, все сдал анализы. И вот этот мазок, вот этот на вирус, сказал врач делать самым последним, потому что у него срок годности, кто говорит 3 дня, кто говорит 5 дней. Вот. Ну, мы приехали в Майкоп, будем сейчас сдавать. Я тоже сдам. Что? Где молоко? Ну и что? Сейчас. Куда мы сейчас? Кассу надо сначала оплатить. Пошли. Потом сюда. Сначала нужно оплатить в кассе. Вон в дырочку спроси, Саня. Здравствуйте. Сначала оплачивать, да, вот это тест ПЦР, чтобы сдать. Сколько стоит? 750. Ну, посмотрите, пожалуйста. Мы же говорили, вы меня не слышите. Мы только что вышли, снимай это. Вот эти. Короче, взяли только с носа, да? Да. Вот когда, помните, мы болели, вы на YouTube показывали, у нас в рот брали гланды, а здесь только вот туда, в носопырку. И все. Я говорю, а в рот? Она говорит, а в рот не надо. Я говорю, а сколько будет действовать эта вот справка? Значит, мы сегодня сдали, завтра со скольки? С 2 до 4? Да. Можно будет получить анализы. И... Короче, я говорю, сколько будет действовать справка? Она говорит, смотря куда она вам понадобится. Она даже не может сказать, сколько она будет действовать. Я говорю, нам нужно в больницу. Она говорит, я не знаю. Вообще супер, ребятки. Я говорю, вот ништяк, да, очередь народу. Вообще, да, вот? Надо доказывать. Причем она, мне кажется, она там 3-5 дней, да? Потом надо опять это делать, потом опять надо делать, да, вот это вот. Вообще супер. Все, мы все сделали, а завтра поедем и заберем результаты. Сейчас мы с тобой поедем в этот в КДЛ, заберем твой СПИД, сифилис, там вот этот гепатит. Ну да, и другие анализы тоже пришли. Пришли? Да. Ну, слава богу. Все, ребятки, мы едем на в КДЛ забирать. Тут у Сани вообще целая кипа бумаг. А грудная клетка, то, что ты там делал? Я тоже забрал. Вскрытие забрал? Сказали, все нормально. Все хорошо? Да. Ну, хорошо. Давай здесь на рынок зайдем, что-нибудь пожевать купим, а то мы не ели, ребят. Голодные, как собаки. Мы сейчас заехали к Татьяне. Я договорилась, что в субботу в 10 часов утра она будет ждать меня, сделать мне голову. Потому что у меня 2 месяца уже прошло. Видите, волос вот так вот. У меня вон там он весь черный, а вот здесь у меня все белое. Я вот сейчас все это запрыскиваю. Вот. Как бы то, что меня красили, нужно опять, ну, как бы вот вам сказать. Это не тот цвет, которого мы добивались, нам нужно еще осветлять. Но осветление нужно делать не сразу, чтобы полосы все там у меня не выпали. Потихонечку. Видите, вот что творится на голове. Вот. И, значит, в субботу в 10 часов утра я приеду сюда к Татьяне. Мы приехали в светофор. Вы же говорили, тут пеленки есть. Посмотрим сейчас. Контейнеры, да, появились? Я смотрю, там с той стороны. А как к ним подойти? С той стороны, что ли, Ариса? Да. Давай с той стороны. А как к ним подобраться? Они, смотри, где же. Смотри, вообще, какие есть красные, с красными крышками. Сколько они стоят? Так, взяли большой контейнер, вот такой, за 950 рублей. Он такой толстый, он такой вообще непробиваемый, дубовый. Ага, давай так. Смотри крышку, чтобы снизу не поцарапалась.
Ребятки, смотрите, вот такой вот контейнер, он очень огромный, он большой, видите, крышка. А что еще нравится, знаете что? Видите, есть снизу ролики. Сейчас я скажу вам, на сколько он литров, на 90 литров. 951 рубль. Здесь пластик, смотрите какой. Сейчас Саня сюда соберет всю обувку, сапоги, вот это все. Классный, удобный. Что ты, Саня, стоишь? Смотрите, стоит там. Стоит, Саня, всем привет. Всем привет. Саня, ты опять будулай, Саня, надо побриться, да. Да. Собери, да, сюда, Саня, все аккуратненько. Да, сейчас все сложим. Да, а я сейчас сырники детям сделала и пойду делать манты. Вкусно, детки? Да. Вкусно, кушайте. Ешьте, ешьте, со сметанкой, вот. Сырнички, они у нас любят. Три пачки открыл, и все, да? И сырнички. Ешьте. У меня Арчи шикотит. Он все время шикотит ноги. Смотрите, еще взяла вот такое мыло, там столько отзывов было хороших. Это светофор, ребятки. Вот. Мы там бываем очень редко, но вот в основном туда ездим, там вот контейнеры брали. Кстати, они уже появились, но цена дороже и маленькие, больших не было. И вот этот вот мыло. Вот этот вот, ребятки. Видите? Не знаю, хороший, плохой. Плохой мыло, да, ребятки? Мыло хозяйственное, твердое, 72%. Антипятно. Ну, если будет хорошо стирать, я скажу вам, что хорошо стирает. Нет, значит, нет. Вот так вот. 25 рублей кусочек. Ну что? Ты что? Ну-ка покажи. Поздоровайся со всеми. Все, заказали, пришел. Ух ты. Опять это покрывало, ребятки. Ну, там уже написали в комментариях. У многих такие есть. Покрывала. Ну как? Вы проверили, Сань? Да, ну он огромный вообще. Ну да. Еще вот, ребятки, это сейчас я не знаю, какой умный человек придумал вот эти антистрессы вот эти, а? Арчи! Арчуша! Арчуша! Хвостик, хвостик, хвостик! Хвостик, хвостик, хвостик! Хвостик, хвостик! Не, вот это не надо! Вот, ай! О! Не надо вот это, Арчи! Не надо, тут дырка будет, будет плохо. Машина, сколько показывает температуру? Сколько? 38 градусов. Если машина показывает, да, то сколько там? То сколько там? Ой. Ну сегодня печет прям. Там вообще страх, там просто пекло. Ужас, что творится. Давай, неси, покажи. Веруша. Ой, уже я не знаю, коллекция уже вот этих попыток. Какой умный человек придумал, а? Это же ведь сейчас, смотрите, у всех детей вот это вот. А что хорошего вот это вот? По мне лучше вот эта пупырчатая пленка. Я ее обожаю, ребятки. Прям я ее беру, кручу прям аж все подряд эти пупырки. А это вот, ну вот что. Давай, неси. Давай, покажи. А еще приз был? Подарок еще, да, был внутри? Вот. Ух ты, еще один пупыт. Ну давай, садись, Simple Dimple. Как ты поешь, Вер? Как, Вер, ты поешь? Simple Dimple. Как ты поешь, Вера? Стесняешься. Отсвечивает от этого. Вот ему все надо, а? Все надо, Арти. Ну что, хорошо делается? Очень. Нравится? Прям громкий. Да? Кстати, он папай. Давай. Арчи, ой, он такой неудобный, Вера, он мягкий. Он Айдай очень сюда. Удобный. Вера, забери, он сейчас тебе все погрызет. Вера, че он удобный? Дай-ка сюда. Он... Да, Варчи, Арчи! А там что такое? А, все. А, да, нормально. Арчи, смотри, тут еще вот что, вешать что ли можно. Ну что такое, Арчи? Да, иди сюда. Идем, идем. Пусть, пусть играет, пусть играет. Довольно? Нравится? На здоровье, на здоровье. Нравится? Мама, ножки это... Мам, там ножки в холодильнике, слышишь? Ушки в холодильнике. Ешь, мам. Вер, ну вот у тебя же есть, вот, это же все одно и то же. А зачем это коллекционировать, Верочка? А, смотрите, какие вот такие. А это что такое? Это Simple Dimple. И ананас тоже Simple Dimple. Ананас Simple Dimple тоже? Да. Потому что у него вот эта штучка, видите, вот жесткая. Simple Dimple. Да? Арчи, подожди. А вот же есть, смотри. Такое есть. Вот такие. Что там еще есть? Вот такое есть. Эй. Арчи, да. Отпусти, Вера, отпусти. Арчи, 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 Арчи. Все. А что еще? А вот этот новенький, да? А вот этот хороший, да? Он прям тук-тук.
Да. Особенно вот этот. А это новенький? Этот подарок шел. Да. К большому кругу. Харчи тоже любит. Эй, Simple Dimple. Вон, игрушки у него. Давай, Василий Кроликов, дай мне, отдай. Тоже хочешь пощелкать, дай. Арчи! Все, убирает, он сейчас точно здесь все съест. Мое! Мое! Все мое! Мое! Мое богатство! Твое богатство! Вот это! Его помыть надо, не надо об себя. Неизвестно, кто его там делал, где он валялся. Иди в ванной, помой. Я знаю, как такие большие делают пупы-то. Как? Там такие вот специальные, вот эти линии, это вот так, то есть он шел, вот так выкладывает на одну стойку, вот так вот выкладывает, потом еще одну такую, и так вот так. Иди помой его, Вера. Угу. Ребятки, в тени 40. 40 в тени. Мы как мухи вареные. Вы знаете, дома включена сплит-система, но это, по-моему, еще хуже. Прохладно, но состояние вообще какое-то нестояние, ребятки. Это просто ужас, ребятки. Это просто кошмар. Посмотрите на тыквенные листья. Вот здесь покажу вид какой-то. Они, конечно, вечером восстановятся, смотрите. Видите еще? Ты далек? Майкоп. А? Что, позвонил? Да. Мои анализы можно забрать? Да. Как они сказали? Что сказали? Вообще без проблем. Паспорт взял? Только не гони. Потихонечку. Саня! Да. Ну ты спроси там, хоть у кого будет лишний раз, зайди, скажи, пожалуйста, скажите, сколько они будут действовать, эти справки. Хорошо? Да. Видите, что? Горит все. Какие там огурцы? Вы что, 40 в тени? Если 40 в тени. А я сделала тесто. Ребятки, тесто. Начинка. С картошкой захотели. Вера везде любит картошку. Она вот прям картофельная мясная душа. Сейчас поставлю тесто и сделаю манты. Саня все поливает. Отходит? А? Отходит потихоньку? Ну, да. А клубнику отключил? Да. Сань, ты там не поливай эту ежевику, потому что я сейчас там буду подвязывать. Там начинают отрастать побеги к следующему году. Видите, вот они. Тяжелый какой. Вот он. Его надо отщипнуть и подвязать, а то он лопнет. Он ствол тут мощный. Ой, ребятки, вот только собирала, только уже, смотрите, все. Смотрите, какая красота. Какая красота. Все вот так вот. Только собрала. Ой, здесь Саня все полил. Я сюда не пройду. Видите, какая здесь красота на веточке. Вот оно все. Он уже поспела как. Смотрите, какая длинная. Прям длиннющая. Арчи! Ай! Смотрите, ребятки. Вот меня спрашивают, Люба, почему ты ее срываешь? Она же тяжело отламывается. А потому что солнце здесь, знаете, как печет 60 теней. И она печется. Она печется. Вот если вы будете ее срывать, она будет легко срываться, она будет сладкая. Если... Ой. Если вы ее будете срывать, вот она будет тяжело отрываться, значит она будет с кислинкой. Смотрите, вот здесь вот эта плодоножка, она должна быть сухой. Если она сухая и хорошо срывается, значит, видите, вот, значит ежевика поспела. Видите, вот, печется. Хотя еще и можно, да, вот, еще расти. Сладкая. Какая вот красота, ребятки. Очень урожайный сорт. Надо сюда стремянку ставить наверх. Пойду я вас... Ой, вон, блин, вообще.
Длиннющая, чуть ли не с палец. Ой-ой-ой. О, осыпается, видите, вон. Неудобно мне. Сидит. Сидит, ждет. Сидит, ждет. Вот такого размера ежевичка. Вот, ребятки, низинчик. Вот. Ну, со спичечный коробок. А завтра утром... Так, я поеду в Майкоп к Татьяне делать голову. Он Саня полил. Но он так здесь легонечко полил. Смотрите, как растет. Я его оставила на семена. Завтра здесь соберу и поставлю солить. Будет солиться. Не надо грызть, Арчи, не надо. Будет солиться. Приедем, и будет готово все как раз. Ребятки, мы будем закругляться, потому что время уже много. Время, честно говоря, уже без 15:02. Все уже спят. Ой, слышите, ишак орет. У кого-то ишак не спит. У нас уже все спят. Соседи все спят. А у кого-то хозяйство не спит. Басик, он есть захотел, кушает. Сейчас будет хар-хар. Слышите? Корм. У нас завтра очень такой тяжелый день будет. Завтра нужно будет подготовиться. Потому что у нас уже все. Мы уже вылетаем. Я вам завтра все объясню. Как мы вылетаем, куда мы вылетаем, во сколько мы вылетаем, на чем мы вылетаем. Вот. Как мы взяли билеты. Кто нам помог? Как мы там будем в Москве? Я вам завтра уже подробно расскажу. У нас остался день, и мы едем. Все, ребятки, все спасибо. Всем пока-пока.